Всем привет, вы на канале Vitaly Plays, и сегодня мы будем открывать новый ящик припасов. Поехали! Что ж, друзья, мы находимся на аккаунте моего подписчика под ником Exartest. Exartest. Вот его аккаунт, вот его айдишка, если не трудно, накидайте парню куриц за то, что предоставил аккаунт на открытие кейса. Заходим в инвентарь, и что мы видим? Куча костюмчиков, куча шапок, масок. Неплохой такой аккаунт. Юбка, мифик. Шлема всего 2, рюкзаков 5. Так, ну нас, конечно же, интересуют кейсы. У нас 60 ящиков припасов. 47 классических ящиков. И 33 премиум кейса. Но мы охотимся именно за ящиками припасов, так как на момент съемки видео этот ящик только появился. Давайте откроем все шлаковое. Так. Ну, здесь, кстати, купончики на персонажа. 575. Тара у него есть. Будет собирать на Энди. Ну, или на Карло. Я по Энди, бро. Кто вам больше нравится, Энди или Карло? Мне Энди. Давайте быстренько сейчас откроем говноящички. Пишек, нихера себе сколько. Потому что, мне кажется, если открыть сначала шлак, то потом игра будет давать все круче и круче и круче. Так. След и граффити. След граффити и серебро. Это то, что падает на моем аккаунте. Так. Так. Мотоцикл пускай сам забирает. Ну, в принципе, и все. Да. Угу. Погнали открывать основу. Так. Что же нам добавили в ящик припасов? Смотрим. Костюмы, которые были уже 100 лет назад. Два мифика сходу добавили нам. Неплохой. Раньше это тоже был говноящик, но теперь нормально. Нормально. Понятно, что отсюда мифик. Ну, не знаю, какой шанс. Кстати, снежный модник тоже крутой сет, если собрать. Куча граффити. Ой-ой-ой-ой-ой. 60 ящиков. Ну, ребят, я надеюсь, что хоть что-то нам сейчас упадет. Смотрим. Обувь эпик на постоянку, неплохо. Штаны есть. Теперь кофта. Двое штанов теперь есть. Я надеюсь, что за 60 прокрутов, ну блин, ну что-то даст, ребят, потому что ну не имеет смысла тогда собирать столько ящиков. Еще штаны. Запас штанов теперь обеспечен до 25 сезона. Прошлый тоже был неплохой ящик припасов, а этот еще, мне кажется, лучше. Очки. Зато мы заберем две гарантийки. Погнали, заберем. И что же нам даст? А даст нам... Мифика тут нет, тут только легендарки. А-а-а! И опять штаны. Ну, хотя бы рюкзак или маску. Головной убор. Блин. Let's go, ушки, еще раз. Нихера не дают. Ну, временно. Легендарка временно. Нахер она надо временная. Как же бомбит от открытия кейсов, ребят. Ну, реально, мне жалко вот то, что подписчики кучу времени собирают эти кейсы. А игра в ответ
насыпает вот такой вот. Ну, то есть, это хлопцы-девчата. Еще одно доказательство того, что игра, хоть в нее вливали кучу-кучу денег. Давайте заберем постоянку, и на постоянку нам даст что? Еще одни штаны. Спасибо. Это даже не смешно. Давайте пропуском. Опять временно. Ну как за 60 ящиков нихера не дало? Я в шоке. Так, здесь 47. И увеличенный шанс дропа. Давайте заберем увеличенный шанс. Опача, легендарочка. Кровожадный бес. Хорош. Хорош. Кровожадный бес и шлем еще. Вот это мне уже нравится. И парашют тоже, по-моему, кровожадный бес. Вот это прокрутик. Вот это мне уже нравится. Всегда надо начинать с говноящиков, потом идти премиумом. Так. Баги. Черная магма. На халяву. Без доната. Костюм медсестры. Акула. Найс. И куча серебра. Не, ну это уже хоть что-то. На постоянку. Маска. Еще маска. Пистолет. Не, этот ящик мне нравится. Не нравится. Сглаз 4. Забираем. Я всем своим подписчикам сглаз выполнил. Так. Плохое достижение на самом деле. Я не любитель такого достижения. 7 штучек. Давайте с пропуском. Ничего себе. Хорош. Озорная кошка. Костюмчик. Так, братик, поиграй сам на Ливике. Мы занимаемся бизнесом. Мечносис. О! Рестлинг. У меня такой. Окей. Так, ну чё? Идём к самым крутым кейсам. Премиум. Естественно. Всем своим подписчикам... Так, это я десяточку с пропуском сходу. Гарантированная шляпа. Ведьмак рассвет. Только хотел сказать, что всем своим подписчикам я выбивал калаш. Алкаш кошмар. Повезет ли этому? Давайте, червончик. Он, кстати, писал, что Виталик, было бы неплохо. Посмотрим. И... Ну, слушайте уже. Рюкзак. Рюкзак неплохо. Рюкзак это хорошо. Ай-яй-яй, зачем это кофта? Так, отправить. Заходим. Алкаш, дай нам алкаш. Дай алкаш. Нажмем на него вот так и прокрутим. Так. Так, ну. И... штаны. Есть костюмчик. Ведьмак рассвета. Фулл сет собрали. Фулл сет собрали. Иди сюда. Алкаш, кошмар. Иди сюда. Иди сюда. Так. И курточки. Ну вот это вообще крутой прокрут. Вот это мне понравилось. Вот это батя. Так. И сколько у нас? Понты остались. Иди сюда. График. Петушар. Ну что ж, давайте быстренько примерим все, что было. А, точняк. Куда примерим? Я совершенно случайно нажал на персонажа и заметил, что здесь куча ящиков Сары. Давайте по червончику будем открывать. Так. Костюм. Костюм Сара. А у него был такой костюм. Блин. Давайте десяточку. Как же повезло, что я так случайно клацнул. Да, он говорил, я просто забыл их открыть. Ничего. Ну дай хоть хоть легендарку, этих жестов у него уже 3. Хоть легендарку, хоть не мифик, дай легендарку, потому что мифика тут нет.
Керана. Понятно. Керана. Не, два легендарных материала, кстати, этого пазла. Они, кстати, очень нужны для того, чтобы выменять на крутую эмоцию. Ребят, ну что, меряем. Это есть. Так. Давайте оденем его в Ведьмака Рассвета. Или вот в этот. Кровожадный бес. Кстати, кровожадный бес круто под плащ под его смотрит. Рюкзачок мы ему добавили. Неплохо. Ну а здесь все. Три шлема теперь. А здесь все ни о чем. Так, берем наш алкаш кошмар. Поменяем, конечно же, на магму, на черную или на рестлер. На рестлер. Так что вот так. Парашютик еще ему добавим. Да, кровожадный бес, как я и говорил. След там пускай использует. И у нас хватает, кстати, еще на два кейса. А вдруг сейчас ледничок полинет, прикинь? Напоследок. 108 тысяч у него BP. И еще серебра он сможет наменять. Ого-го, сколько. Давай. Пропуском, конечно. Был такой. Серебро. Ага. Идет на серебро тут костюм. Ну что ж, ребят, вот таким вот получилось мое открытие на аккаунте подписчика Exorcess. Надеюсь, оно вам понравилось. Вы оцените его лайком, подпиской на канал и нажимайте в колокольчик, чтобы не пропустить еще больше крутых видосов. Всем пока!